Да, в этом году азимы очень хорошо пережили зиму. На прошлой неделе был в своем регионе, смотрел все посевы. Азимы в хорошем состоянии в данном периоде находятся. Мы успели их поживить, обработать. Ярая подсолнечная кукуруза также в хорошем состоянии. Тем более вот эти дожди, которые прошли там на прошлой, позапрошлой неделе, они благоприятно повлияли на схожесть. Растения показывают хорошую энергию роста, так что я думаю, что если все будет так складываться, то мы в этом году будем иметь неплохие урожаи.